неделю назад мы запустили марафон «Нравится помогать». И я уже выбрала первого победителя. Хотя это не победитель вообще. Просто очень много просьб, очень много трогательнейших писем я получила. И я выбрала людей, которым я помогу. Это детский сад в городе Родники, Ивановской области. Садику 85 лет. В этот момент покашлял. 85 лет. Чтоб нам столько жить вообще. И они хотят, чтобы у них появилось пианино. В ближайшее время, ребята, с вами свяжется наш представитель. И мы договоримся о том, какое пианино конкретно мы вам подарим. Я сама приеду к вам, его вручу вам.